Шарги. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Шарги. В данном видео я расскажу про большую дружелюбную птицу. Данное животное появляется каждые 10-24 дней. Перед прилетом издает громкие крики. После появляется большая тень. Является источником навозных куч, сбрасывает их во время полета. Их может раскопать, но это отнимает 10 единиц рассудка. Одну кучу может раскопать 3 раза, после чего она исчезнет. Существо будет следовать за персонажем, пока он не зайдет в густой тропический лес, не залезет на лодку или не зайдет в город свиней. Она улетит через несколько минут, если не сможет вас поймать. Кроме всего, птица может прилететь, если персонаж свистит в птичий свисток. При приближении монстра персонаж теряет рассудок, не может быть убита или атакована. При посадке птица будет искать строение, которое можно разрушить. Это невероятно большая птица с растущей на ней листвой и двумя дополнительными головами внутри клюва. Как только попытка схватить персонажа своим клювом увенчается успехом, она отнесет его в гнездо на четвертом острове. В гнезде можно найти 4 окаменелых яйца и 1 каменное яйцо, из которого вылупится робин. На краю гнезда стоит обветренный дом. Если вам данное видео показалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А на этом все. Всем удачи и до скорой встречи.